Воспитанники центра «Десантник» и члены регионального отделения ДСАФ навестили семью Героя России Александра Рязанцева. Они пообщались с его родителями, после чего посетили кладбище, где похоронен Александр. Могила героя всегда в порядке. За нею следят и родственники, и местные школьники. Но и гости всегда помогают с тем, чтобы захоронение соответствовало неофициальному статусу памятника, того места, куда приходят поклониться, послушать историю жизни и героической гибели. И на этом примере научиться смелости, самоотверженности и чувству долга. Напомним, Александр Рязанцев родился в 1977 году в селе Войново Корсаковского района. Служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, размещенной в Пскове. В марте 2000 года в составе 6-й роты псковских десантников принял бой с превосходящими силами противника и геройски погиб. Похоронен на малой родине.